Город Одинцово вошел в рейтинг умных городов, который был разработан Министерством строительства и ЖКХ России в рамках президентских проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Он присваивается уже несколько лет подряд. В 2021 году в число лучших вошло 15 IQ-городов Московской области. Одинцово по праву занимает место в верхней части рейтинга, подчеркнул глава муниципалитета Андрей Иванов.